Обидели, чувствую, обидели. О, народ просыпался, начались.
ход работы.
Идет.
видимо, ни одной трусоперки. Хвоста провело для трусоперки. Поэтому ничего не приедет. Да они все подъели, какие молодцы. Прямо молодцы. Прям надо им орден за аппетит выдать. А мне, наверное, поплавочек сменить. Еле-еле из воды торчит. Ты что-то и не видел, когда там кушали.
Очень хорош, но я его почти не верю против солнца. Солнце перед собой кидать. Хорошо. Недорого. Вот так сопротивлялась, как будто подлещик потащил. Хорошая густерка такая. Сковорода, да что такое? Если рыбу отдать будет некому, все равно все выпущу. Мне сегодня в Питер уезжать.
Я так понимаю, здесь либо сразу люди в рот попадают, нормально. Если не попал, начинает мелочь долбить. Так, знаешь. И только знаю, парыш меняй. Началось, мало-мало меньше. Ты-то куда? Ты-то куда? Прикольно, мало. Один остался. Да, мелочи пришло много. Благо, парыш у меня много. Можно не жалеть. Сейчас вообще насажу 4 штуки. Пускай попробуется. Ну, 4 штуки. Чуть больше той, которую только что выпустил. Обалдеть. Я ж специально, чтобы вам в рот не влезло, посадил. Негодяйские морды!
понимаю, можно собираться и убираться. Шесть последних, шесть. Сейчас такой же милипедрик попадется, это будет очень удобно. Что-то им просто не заглотить и все. О, шесть. Осталось три. Быстренько. Быстренько. Все у нас уже какая-то начинала. Надо смотреться.
теперь очень хочу надеяться, что настолько будет расти. Ну, ну-ка. О, это красота. Ах ты, это хороший. Я собрался уходить рано. Еще не буду ловить. Такая крупненькая всего двух парышек. Но это смысл ставить. Шесть. Парыш слава богу. Он с мизинцем делает, что ли. Совсем не
Может, у кого-то возникнет вопрос, почему я, если буду отпускать рыбу, какую-то рыбу складываю в садок, какую-то отпускаю. Поясняю. Прибрежная вода в мелководье прогревается очень быстро. Кислорода бывает мало. Например, окуня даже крупного пришлось бы отпустить, потому что он бы здесь уже всплыл кверху брюхом через 15 минут. Вот поэтому я маленьких отпускаю сразу, крупных оставляю, чтобы вам потом показать примерный улов и отпустить его уже весь целиком. Хорошенький. Будем его кормить. Слабо. Так, попила. Судя по верхнему плавнику, попила. Выводить. Ой, красота. Вот это мама. Вот это мама. Вот это да. Я тебя хотел выбрать. Это трофейчик. О, класс. Обалдеть. Обалдеть. Как там мужик кричал? Ясь, а тут плотва. Огроменная плотва. Не хватает сколько. Меньше локтя, к сожалению. А? Вот это да.
и на глубине полметра, а? И вот и смысл искать ямы какие-то там, да, что, мол, нормальная рыбалка только с лодки. Это не так, как видите. Ой, охапнул адреналинчика. Хорошо, до сих пор. Я, честно говоря, думал, наконец-то красноперка. Сразу здоровый или карась. Не думал, что это большая платформа, никого не заходит. Не, ну заходит, но понятно, когда нерест. А сейчас она не нестится уже или еще. Фух. Поймали? Ну так, густерок. Что? Нет, штук. Густерки в основном. Красноперка? Нет, ни одной красноперки. Густерки. Густерки? А можно посадить на густерку? Ну, может, называется по-вашему как-то другому. Такая широкая, на подлещика похожа, только мельче. Можно посмотреть? А, под язик может? Нет, под язик он ближе к плотве. Ну, леща знаешь рыбу? Ну, да. Ну, вот уменьши его до вот таких размеров. И у леща у него вот так вот рот вперед, да, выступает губы, а у густерки чуть-чуть губа отступает. Можно посмотреть вот отсюда? Ну, посмотри. Ой, я вижу. Я можно посмотреть? Смотри, уронишь сейчас камень, у меня привязано к камню. А давно ловите? Да нет, наверное, сейчас. О, вижу. Давайте еще привяжу опять. Надо тоже тогда прийти будет. Потом. Да, я сюда еще приду. А мы тут местные на дачах. Да. Ну, я понял. Раз на велосипедах. А я приезжий из Питера. Сегодня уезжаю. У меня только друг сегодня с Питера приедет.
О, клюет он. Да здесь мелочи много. У меня вот таких вот плотвичек и густерок тут вообще не стал отпускать. Причем сажаешь 4 опарика, именно еще мельче. Чем больше опариков посадишь, тем мельче рыба садится. А, двумя опаришем? Да. У нас тоже. Мы же вчера с острова, у нас тоже опарики и черви. Ну а что на острове? Да, нормально. Мы на средних островах были. Ну что, по улову? Подлещик хорошо клюет. Мы, кстати, тогда помню, у нас на удочку сорвалась щука. А я в том году здесь щуку на удочку поймал. Ну, случайно. У нее вот крючок зацепился здесь прямо за краешек губы. Но если бы вглубь, конечно, обрезала бы. У меня тоненький поводочек. Я вот ее, наверное, минут 20 водил на фрикционе. Вот, ох, ничего себе, это такая рыба? Странно. Фига. Какая-то странная. Я впервые такой, по-моему, вижу. Ну, там половина плотвы. Ой, а плотвы. У нее такое странное. Рыбатка. А вот тут всегда, сколько ни бросали, вот тут никогда не клевала. Так да. Она прикормку вот бросали. Она вот туда. А у вас прикормка? Да, я с прикормкой. А мы самодельно делаем, не скашивают. Так я тоже, у меня там пшеница, что-то жмых. Угу. Короче, всего, что было, намешал. О, я жмыха делал. Кашу какую-то, не помню. Я геркулес. Вот из геркулеса хорошо. Этот геркулес тоже этого самого ванилина пищевого туда накапал. Угу. Для запаха. Корицы насыпал. О, а я тогда еще чеснок размалованного. Ну, чеснок так. На леща. Раздёрывал. И в эту приколку. Ну, чеснок проще, когда это самое, брать этот, сушеный гранулированный. Да, ну, я вот так и делаю. Я беру дома. У вас пожалуйста. Так, у вас кошки есть? Кошки есть. Это мелочь нужна, рыба вам, да? Ну, давай. Давайте. У меня баш. О, вот он как раз. Лещик? Нет, такую я пускаю. Это, по-моему, сейчас основной густер. Вот эта густерка и есть. Покажите. А, мы тогда знаем. О, только да, покрупнее, это совсем она мелкая. Прям... Это совсем мелочь. У меня там садки это покрупнее, это. Такие я даже садок не хотел. А, ну, как она у вас называется? А? Вот это. Мы ее просто лещ называем. Ага, у вас все,